Давайте сегодня заглянем в вольер к нашему командору Седову. Командор Седов – это отец наших замечательных двух белых медвежат – Ермака и Арктики Авроры. Он появился первым в зоопарке. Его прибытие в сафари-парк состоялось в далеком 2013 году. Мишка родился в Санкт-Петербургском зоопарке, а потом переехал в Красноярск. В Геленджике он живет как жених двух белых медведиц – Снежинки и Сережки. Из двух белых красавиц он выбрал себе медведицу по имени Сережка. Медведи быстро адаптировались к солнечному климату Геленджика, обожают валяться на солнышке и, конечно же, плавать в бассейне. Командор Седов любит загорать. Разнообразный рацион в сафари-парке помогает медведям поддерживать хорошую форму. Любимые лакомства – кубанские ягоды, фрукты, замороженные в кусочках льда –